Раз у нас в сети, так скажем, между некоторыми изданиями разгорелась достаточно интересная публикационная война, я бы хотел, чтобы все-таки Татьяна Павловна Калинина прокомментировала возможный, предполагаемый или свершившийся уход начальника отдела по спорту Грибушиной, причины и будет ли проведена, если я понимаю правильно ситуацию, прокурорская проверка по итогам аттестационной комиссии. Комментировать данную ситуацию я могу. Александр, давайте мы этот вопрос оставим на данный момент пока закрытым, потому что проводятся внутренние мероприятия по данному вопросу. Все мероприятия проходят в соответствии с законом, и по всем моментам, о которых вы предположительно сказали, будет дана исчерпывающая оценка.